Всем привет! Сегодня небольшие покупки бытовой химии. Покупала все в разных магазинах в разное время. Давайте посмотрим. Одна всего покупка из магазина Fix Price. Это меламиновые губки Ластик. По-моему, сейчас 59 рублей стоит такая упаковка. Одну губку я уже вытащила. Подходит практически для любых поверхностей. Самое главное, губку намочить, тщательно отжать. И чистить можно практически все, что угодно. Мне очень нравится. Жидкость для мытья посуды от Эколэнд в огромном объеме 5 литров. Аромат Экзотик Фреш. Я купила сначала вот эту упаковку на Озон, но цена была в районе, по-моему, 500 рублей. И уже за 400 где-то рублей я купила вторую канистру на Wildberries. Видите, что-то чуть-чуть, наверное, потекло, этикетка немножко промокла, хотя так вроде бы канистра полная и достаточно сухая. Если будет еще в наличии, оставлю ссылку на Wildberries. Хорошее средство, неплохо отмывает посуду, в меру густое, и цена за 5 литров, ну, просто очень-очень приятная. И давайте посмотрим, что я еще купила. Еще два товара у меня с сайта Wildberries. Это соль Solero для посудомоечной машины. Но, конечно, Wildberries, как всегда, клеит на название. Я посмотрела, сегодня она есть в наличии у продавца, у которого я ее покупала, поэтому ссылку я вам оставлю. Нормальная соль для посудомойки, здесь 2 килограмма, цена за 2 килограмма 180 рублей. Хорошая, крупная, чистая, производит Республика Беларусь. И у другого продавца тоже на Wildberries я купила антинакипь от марки Frau Schmidt. 10 таблеток, подходит для чайников и кофеварок. Там каждая очищающая таблетка в индивидуальной упаковке. Цена была в районе 280 рублей, но у продавца, у которого я покупала, сейчас наличия нет. Но я думаю, кому нужно, можно найти по названию. Качество этих таблеток очень хорошее, чистят на 5 с плюсом. Возле дома у меня есть магазин продуктовый небольшой, называется «Ярче», и там отдел гигиены бытовой химии также имеется. И уже, наверное, в третий или в четвертый раз я покупаю от бренда Doare, это наша российская марка, средство для мытья пола, концентрат, свежесть лимона. Стоит около 70 рублей. Давайте я скажу, какой здесь объем. 850 миллилитров. Но средство, оно действительно концентрированное. Оно достаточно густое. И если тот же мистер Пропер на 8-10 литров надо 2 колпачка, здесь на такой же объем воды достаточно 1 колпачка. Прекрасно отмывает пол, не надо смывать, и остается приятный аромат лимона. Мне очень по качеству нравится. Вообще от этого бренда Doare, давайте посмотрим ради интереса, где и кто это производит. Изготовитель компания Флора, Самарская область, село Жигули, прям как пиво, да, у нас. И представлена эта линейка Doare, по крайней мере, у нас в Москве, только в магазинах «Ярче», больше нигде не видела. Хорошая бытовая химия. В гипермаркете «Глобус» я тоже уже, наверное, в третий или в четвертый раз купила средство для очистки унитаза от «Санфор». Именно вот это средство «Лимонная свежесть антиналет», оно идет без хлора, и здесь в составе щавелевая кислота, поэтому я могу им спокойно пользоваться, нет какого-то отвращения, потому что запах хлора я просто, как говорится, на дух не выношу. Цену не помню, рублей может быть 180-200, но покупала без акции, по акции можно купить дешевле, поэтому пока взяла только одну бутылку, будет по акции, подзакуплюсь. И в «Улыбке радуги» продается, представлена марка «Клогер», по-моему, это тоже наше российское производство, да, хотя такое немецкое как бы название. Так, да, Санкт-Петербург у нас производит. А, нет, подождите, нет, я вас обманула, производит Турция. Производит Турция, а вот импортер, компания, которая находится в Санкт-Петербурге, она привозит эту продукцию к нам. Но несмотря на то, что продукция импортная, средство недорогое, за 400 мл полироли для мебели, а это распылитель, я заплатила 165 или 169 рублей. Видела только в «Улыбке радуги», но, может быть, где-то еще можно найти.
Средство недорогое, но достаточно эффективное, действительно удаляет пыль и загрязнение, придает красивый блеск, нормально совершенно пахнет, удобно пользоваться и достаточно экономичный расход. На самом деле у меня еще предыдущая бутылочка, там осталось, наверное, треть где-то средства, но пока в моем магазине, в моей «Улыбке радуги» было наличие, я решила еще одну докупить в запас, так как планирую дальше пользоваться недорого и достаточно качественно. Все, вот такие покупки за последнее время. На что обещала, ссылки оставлю в инфобоксе. Рассказывайте, что вы интересненького прикупили из бытовой химии. С удовольствием почитаю ваши комментарии. Всем пока!